Приветствую вас, друзья, продолжаем прохождение Mass Effect 1. Итак, мы в скоплении Сигма-близнецов, система Хань. Продолжаем миссию по уничтожению продавцов красным песком и работорговцев. Так, сначала... Ух ты, сатурничек какой. Сначала изучаем систему. Когда находим планету, куда можно приземлиться, она будет у нас в следующей серии. Паравин. Паравин — неприметная скалистая планета небольших размеров. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит из кальция и залежей алюминия. Ввиду небольшой массы планеты, одна ее сторона всегда обращена к звезде Хань. В случае нахождения ценных ресурсов, краснодобывающие станции можно будет разместить в сумеречной зоне, климат в которой относительно умеренный. Плывут медленно облака. А, завораживает. Так, разведать. Найдены записи Матриарха. В процессе сканирования планеты Паравин на ее геостационарной орбите была обнаружена непилотируемая станция. Вашей спасательной команде не удалось установить происхождение станции, но удалось найти на ней одну из записей Матриарха Делинаги. Замечательно. Так, ну и параметры само собой планеты. Следующий у нас такой. Хунинто. Хунинто – газовый гигант размером с Юпитер с обычной водородно-гелевой атмосферой. Следы метана придают планете кобальтово-синий оттенок. Спектральный анализ показал, что система колес состоит в основном из кристаллов льда. Хунинто обладает чрезвычайно мощным магнитным полем, которое создает сильные радиопомехи внутри системы. Такое маленькое описание было. Дальше параметры. Мавигон. Здесь можно будет приземлиться, но это в следующей серии. Так. Внимание! Опасность низкой температуры первого уровня. Мавигон — небольшая скалистая планета, покрытая льдом, атмосфера которой состоит из аммиака и метана. Поверхность содержит в основном залежи олова и калия. На планете сохранились примитивные формы жизни, основу которых составляет аммиак, большей частью существующие глубоко под землей вблизи геотермальных вулканов. Из-за частых сильных ураганов видимость затруднена. Дальше параметры. Так, следующая планета у нас Фаркроту. Единственной особенностью обычного водородно-гелевого газового гиганта Фаркроту являются его спутники. Несколько десятков спутников внешне напоминают инопланетную расу членистоногих, неизвестную ученым Совета. Радиометрические данные свидетельствуют о том, что работа над ними производилась более 500 000 лет назад. Братство Лун. Дальше параметры. И... Планета Пататанли. Пататанль — крупная скалистая планета, чрезвычайно тонкий атмосферный слой, который состоит из водорода и окиси углерода. Поверхностная кора этой холодной планеты содержит богатые залежи урана и природные месторождения плутония. Масса Пататанля в 4 раза превышает массу Земли, поэтому предполагается, что толщина его атмосферы должна значительно превышать толщину земной. Благодаря этой особенности планета была отмечена как потенциально интересная для научных исследований. Но необходимость серьезных мер по защите от радиации отпугнула ученых. Дальше параметры. Разведать. Обнаружен легкий металл. Месторождение бериллия. Вот, как-то так. В следующей серии мы отправимся на планету Мавигон. И там мы найдем второго преступника, главаря. Всем счастливо, всем пока. Удачи всем.